Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Аксели Вальдемар Галин Калелла. Создание Сампа. 1893 год. Холст масла. 200×152. Достаточно большая картина. Аксели Галин Калелла. Урожденный Аксель Вальдемар Галин. Великое княжество Финляндское. Финский художник шведского происхождения. Наиболее известный по иллюстрациям Калевалли. Видный представитель золотого века финского искусства периода 1880-1910 годов. Период пробуждения финского национального движения. Начался массовый перевод иностранных фамилий на финский язык. Он изменил свою шведскую фамилию Галин на финский манер Калелла и объединил оба написания в двойную фамилию. Аксели Галин Калелла написал полотно на тему эпоса Калевала. Этот сюжет взят из его первых рун. Богатырь Вяньямёнин женился на деве Севера. Вызванный путем заклинания кузнец Ильмаринен создал для его супруги таинственный предмет, дающий богатство и счастье – мельницу Сампа. Из-за нее потом произошла ужасная битва между богатырем и повелительницей северных земель. Сампа – в карельском народном эпосе единственный в своем роде волшебный предмет, обладающий магической силой, являющийся источником счастья, благополучия и изобилия. Ильмаринен по просьбе своего брата выковал для старухи Лоухи, хозяйки Пахёллы, мельницу Сампа, являющуюся источником счастья и благополучия. Галин Калелла отдавал предпочтение вертикальному формату картин, делал их очень динамичными. Показан укромный уголок древнего финского леса. Легендарные герои выплавляют чудо-мельницу. Густые пары дыма, насыщенные темные цвета и экспрессивные позы кузнецов придают сюжету экспрессивный и героический характер. Ну вот такое описание к работе создания Сампа, автор Аксели Вальдемар Галин Калелла. 1893 год, холст масла. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Прошу прощения за мой финский. До свидания.